Итак, мы... Как называется это село? Авронцо? Ауронцо. Мы в Авронцо. И мы пришли посмотреть Лаго ди Ауронцо. Сейчас мы сделаем маленький джиретто вокруг этого лаго. Значит, 20 километров отсюда Австрия, на секундочку. Слева от нас, через вот этот холм, через вот эту гору, там у нас Трачиме Алто-Адидже. Что еще сказать? Будем снимать. Тихо, я снимаю это все. Мы в Авронцо, но это какой-то ужас вообще здесь. Вы куда? Вы влево? Идемте влево и я сделаем. Сломаться. Да? Угу. Как так? Ну покажи. Там будет тебе без зуба. Ого. Пойдем к дантисту сделаем. Он у меня ломается. Отлично. Ничего, поменять. У тебя там снизу новый растет, да?